Гарик Сукачев хорошо дружит с Михаилом Ефремовым. Музыкант сильно переживает за судьбу близкого человека, хоть и уверен, что он по справедливости отвечает за свой поступок. Виновен ли он? Да, безусловно. И виноват, надо отвечать. Я всегда так к этому относился, считает Сукачев. При этом Гарика расстраивает, что из-за трагедии со смертью человека в ДТП по вине Ефремова, все резко забыли о том, какой он талантливый артист. Авария с погибшими, произошедшая по вине Михаила, многому его научила, считает Гарик. Он уже никогда не станет прежним. После этой аварии и гибели человека, того самого Мишани больше не стало. Вернется человек, изменившийся, уверен музыкант. В тюрьме, кстати, Михаил Ефремов чувствует себя хорошо, насколько это возможно. Он смог завоевать доверие других заключенных и хорошим поведением расположить к себе руководство. Ему разрешили снять фильм для конкурса тюремной самодеятельности, который занял первое место. Адвокат артиста рассказал, что Ефремов буквально стал тюремным авторитетом, смог обеспечить себе комфортную жизнь и грамотно использует народную любовь и известность.